Магнитогорский металлургический комбинат в три раза снизит выбросы в воздух к 2025 году. В охрану атмосферы ММК вложит порядка 22 миллиардов рублей. 5,5 миллиардов инвестиций в экологические программы на этот год. Уменьшать вредное воздействие будут за счет замены старого оборудования. Уже реконструирована первая домна. С нее начиналась история ММК в 1932 году. Новое оборудование позволит снизить нагрузку на окружающую среду. Благодаря современной системе аспирации улавливания пыли сократится объем вредных выбросов в атмосферу, меньше будет их содержания и в цехах, а это улучшит условия работы металлургов. Кроме того, на предприятии заработала установка по обогащению шламов. Она будет перерабатывать отходы производства. В планах новые проекты. Строительство современной коксовой батареи, которая заменит три старых, и доменной печи, которая тоже позволит вывести из работы три устаревших агрегата.